Здравствуйте, дорогие друзья моего видеоканала. Многие спрашивают, как поставить значок «Мой компьютер» на рабочем столе Windows 10. Многие не знают. Я вам сейчас покажу. Щелкнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе, нажать «Персонализация», «Темы», «Параметры значков рабочего стола», поставить галочку напротив «Компьютер», «Применить», «Ок». Вот. Мой компьютер появился на рабочем столе. Всем спасибо. Пока.